«Школьное молоко. Путь к здоровью» – так называется программа, которая стартовала в ноябрьске зимой этого года, и так называется праздник, который в честь молока был устроен в городе. В Руси для школьников была показана сказка. Она направлена на то, чтобы рассказать детям, чем молоко полезно. А в фойе Дворца культуры были представлены творческие работы учащихся. Они смастерили их из пустых упаковок, которые остаются от молочной продукции.